Всем привет, вы находитесь на канале Хардлор, и в этом видео я покажу рейд своего бывшего склановца кота, замклана, который очень активно пиздит, несет какую-то хуйню, ересь и прочую чепуху, блять. В общем, в этом видео мы увидим, блять, рейд этого кота-чуда, который пиздобол, крысы, что-то какие-то применяет, сливает инфу, блять, куда-то, типа, мол, я играю с читаем, блять, какие читы, я не понимаю, блять. Какие два клана, тоже, блять, не понимаю. Ну да, блять, типа, лол. Мы пошли чисто спонтанно с КЗ собрались стебахать. Нам тут написали челики, типа, блядь, го поделим, дали 1 на 1, блядь, и типа, все, блядь. Мне КЗ говорит. Это, и я такой, типа, ну, гость вместе с ними. Мы берем и идем, блядь, бахать. В чем проблема, кот, скажи, блядь. Ты, блядь, нас было здесь 6 человек, блядь. Ты остался на страже хаты. Значит, ты должен был рассчитывать свои силы, то, что сможешь, блядь, дефать хату. Я правильно понимаю, блядь? Нас не было здесь два клана. Нас было 6 человек. Один клан, блядь. Так, блядь, в каком месяце ты насчитал, блядь, два клана? Скажи, пожалуйста. Да, были челики не с нашего клана, но мы все бегали под одним кланом, и все, заебись, как бы. Лол. Вот немного мы тупим, у нас сливают улички. Специально идет закадровая озвучка голоса, потому что во время разговора по Дискорду, как видно, вот сбоку есть Дискорд, оверлей, голос какой-то искажается, из-за какой-то херня с ним происходит, поэтому тупо невозможно вообще, типа, что-то говорить, там все скрипит, пищит, это, блядь, пизда. Че, нахер? Лучше бы просто сделал закадровую озвучку. Сейчас я прикреплю скриншотик, чтобы ты, кот, посмотрел, как мы собирались тебя бахать. Ну и что, как тебе, кисочка, видишь скриншот, как мы сейчас собирались бахать? Там же раньше стоял шкаф, а потом ты его перенес в центр. Я не знаю, короче, как у тебя было. И такой сказать, что это читы, блядь. Это обычный багаюз просвет. Увы. Жить в текстурах, скажу тебе больше, это также называется багаюз. Но не читы, блядь. То, что ты там пиздишь, нахуй, бан на 10 лет, блядь. Вот, нахуй, репорты закидаю, блядь. Ну ты пиздобол, галима, блядь. Ты говорил, что меня сегодня утром забанишь. Я что-то бана не вижу, блядь. Ты тупой дебил, кот. Вот, был, кстати, момент, я что не понял. Стоял на одном месте, не шевелился. Даже отошел назад. Меня взяло и убило динамитом. Блять, просто такие странные лаги, баги в этой игре. Пиздец, короче, ладно, проехали. И, блять, кот, скажи, вот ты вообще дурак, или ты не понимаешь? За что, блять, мне бан? У меня стоят софты, ты видишь мне какую-то стороннюю хуйню? 10 лет банят за софты, которых у меня нету, блять. Я знаю, короче, ты просто тупой пиздобол, который что-то пропиздоболил. Который написал, блять, мол, ты ушел из клана, блять, по причине того, что мы играем с читами. Хотя мы с читами, блядь, не играем, блядь. А причина ухода, блядь, была в том, то, что, блядь, твою Оленьку, блядь, драгоценную обосрали. Которая тупая пизда, блядь. Да, скажу прям так, нахуй, тупая пизда она, блядь. Которая просто какую-то хуйню несет и несет, несет и несет, блядь, безостановочно. Вот и все, кот, блядь, здесь все очень просто, блядь. Типа я на самом деле с этого сервака собирался ливать. Просто если бы ты гондон бы, нахуй, я бы тебя не увидел медалей. Я у тебя видел медали, я поэтому, блядь, я решил остановиться. Блядь, все просто. Ну и в конце видосика, короче, будет такой момент, где котик просто адски бомбит и хочет меня забанить. Предлагаю просто, не знаю, посмотреть, дочитать. Посмотреть заодно, блядь, на божественный, блядь, деф кота. Просто бесполезный, блядь, деф. Ничего даже не мог сделать, блядь, ну, хата говно, блядь, собственно, там сверху, блядь, вообще двойные стены, блядь, потолки, блядь, не соединяются, все через жопу, блядь, сделано. Ну, хули, блядь, кот строитель строил, блядь, криворукий, блядь, долбоёб. Насчет ТДМа в пупке, кстати, кот, да, блядь, мы с тобой пойдем сегодня в ТДМ пупк, как ты и говорил, блядь, я сниму еще один видосик, блядь, где мы с тобой, блядь, пиздимся один на один в ТДМе пупк. Ты ж так хочешь? Будет видосик. Ну, и на этом, наверное, я буду заканчивать свою закадровую озвучку видосика. Рейд будет идти пару минут. Шкаф находится просто ровно в центре. Как бы, вот так вот, и все. Там лежали спокойно все медали в сундучке деревянном. Ну, вы все увидите по видео. Ну, а я пошел, все, давайте, всем пока. Спасибо за просмотр, как говорится, и удачи.